На 10 дней в столице Чувашии перекроют для проезда автотранспорта Морпасадское шоссе. Ограничения ведут с 1 по 10 мая для всех видов транспорта, за исключением троллейбусов, на участке от пересечения с проездом машиностроителей до пересечения с хозяйственным проездом. На такие меры столичная администрация пошла в связи с работами по перекладке подземных коммуникаций. Объезжать указанный участок можно по существующей улично-дорожной сети. Проезд машиностроителей, улица Ленинского комсомола, Эгерский бульвар, проспект Мира.